Нам приятно, что эстафета и сами события не освещаются, что Брестский регион – это тот регион, который действительно любит спорт. И я надеюсь, что спортсмены Брещины покажут максимальный результат во время Европейских игр. По сути, вот эта сама эстафета «Пламя мира» – это хорошая возможность, во-первых, показать нашу страну. Показать страну не только для белорусов, но и в первую очередь показать страну для всей Европы. Эстафета будет освещаться и на европейских телеканалах, европейских информагентствах. Плюс в ближайшее время будет подписано соглашение с пиар-компанией, глобальное соглашение о продвижении не только Европейских игр как бренда, но и о страновом продвижении. И вот то решение, которое принято было еще год назад, что Брестский регион является безвизовым. И я думаю, что уже можно похвастать определенными статистическими данными, сколько туристов приезжало в нашу страну, пользуясь вот такими опциями. Беспрецедентным решением, одобренным туристическими компаниями и турагентами во всей Европе, стало то, что в период с 10 июня по 10 июля любой, купивший билет на вторые Европейские игры, может въехать в Беларусь без визы любым транспортом, независимо от пересекаемых границ. Благодаря спортивному поводу мы сможем открыть как сами игры, так и всю страну для европейских любителей спорта. Европейские игры, несмотря на то, что это второе соревнование по счету, первое были в Баку, где белорусы, кстати, очень успешно выступили, заняв 7-е место в общекомандном зачете. Вторые Европейские игры – это более 4000 спортсменов, это 15 видов спорта, 23 дисциплины, только 18 тысяч аккредитованных участников. По масштабу, по размаху вторые Европейские игры больше, чем Олимпиада в Пхенчхане. Предвестник вторых Европейских игр – эстафета «Пламя мира» продлится 50 дней. На белорусской земле она возьмет свое начало 12 мая в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Продолжится грандиозным концертом на площади Ленина нашего города, после чего с выбранными факелоносцами отправится по утвержденному маршруту. Лучшие представители Брещины, среди которых будут олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко, композитор Эдуард Ханок и музыкант Игорь Корнелюк, пронесут факел в течение 6 дней по городам нашей области. Всего от Брестского региона будут участвовать в эстафете 50 факелоносцев. Вторые Европейские игры – это главное мультиспортивное событие Европы. Это соревнования, которые превосходят по своему масштабу зимнюю Олимпиаду. К нам приедут топ-атлеты, и с ними будут сражаться наши белорусские спортсмены. И поддержка нашего зрителя, она крайне важна. Не нужно ездить за границу, тратить огромные деньги для того, чтобы попасть на соревнования. Не нужно следить по текстовым трансляциям или обрывкам новостей, видео с успехами наших спортсменов. Это все произойдет в Минске с 21 по 30 июня на глазах наших зрителей, наших болельщиков. Наталья Луговкина, Андрей Щерба, Антон Луговкин, БукТВ.